Вон один уже бежит по левую сторону скалы. Я пошел попробую долутать все, что там есть. Убегает, убегает. Он, наверное, что успел, то и взял. Ну да. По мне стреляет. Их много. Там он не один, походу. Да, я уже понял. У меня 17 секунд, я одеваюсь и бегу в фаст. Давай, давай. Тебе. Я их сейчас буду заманивать. Тут уже все облутали. Ну, значит, их убивать надо. Давай. Всех. Нужна толпа срочно. Все, я резаюсь, погнали. Давай. Так. А, у нас походу патронов нету, да? А, нет, есть. Двоих убил, спасибо, троих убил. Хорош, хорош, я Будет все, я русская попса песню, узнаешь только если согласишься. Решат, четырех убил. 40-50 лир по итогу Батя, танца. Хорош. Минус. Все, я к тебе уже. Давай, давай. Ты на около той скалы? Как я не знаю, где я. Да, к скале иди. Скажешь, когда возле скалы будешь. Угу. Подбегаю к скале, Олег. Да-да-да, слышал, как я стрелял? Еще раз. Ага, слышу. Ты идешь? Да, я иду. И бомжа, и два бомжа. Это соседи. Я им говорю, не идите, они идут. Кого лутай? Лутаю здесь все. Все лутай здесь. Че видишь? Я тебе продолжу. Спасибо за просмотр хайлайта, ребята. Если вам нравится смотреть фраги, такие вырезки, я думаю, что им есть место быть на канале. Если вы хотите приходить на стримы, ссылки подо мной на twitch.tv legufa. Если вы не знаете, когда стрим начнется, заходите в группу ВКонтакте. Но если вы не подписаны, то подписывайтесь на мой YouTube канал. Не забывайте ставить лайки, делиться данным роликом или вообще любыми роликами с друзьями. Ну и всем пока-пока!